Почему Ормонд? Детство. Ты опять, что ли? Алло. А? Опять фиксация. Проверка на прочность. Ага. Ой, ты. Интересно. Чего? Интересно. Уход в тень. Отчаянная борьба. Ой, как классно. Какая ты молодец. Очень нравится мне. Это еще кто-то с бензопилой. Вообще замечательно. Проверка на прочность, тебе нужно это получать хиты, когда кого-то несет. Да. Угу. Это беляс. Когда там... Да, я понял так. Блин, ну... Но... Тогда, знаешь, очень хорошо... Кстати, вот тогда проверка на прочность, она очень хорошо бы сочеталась с запасным игроком. Серьезно? Чары. Я вижу, вижу. Прикол. Запасным, да, игроком, да. Потом с этим, как его? Форсажа? Форсаж, да. И, наверное, какой-нибудь крюколом. Да. У меня бессонница, лидер, пострадание и поломка. Ты в мейне, что ли? Нам? Да, рядом с моим. А он вообще никого? Сейчас поставим. По-моему, у него барбекю. Ах ты, сушка! Ты что, охренел? Нет. Боже, я испугался. Я хоть хрень вылезал. Грязные цепи у него. Ох ты. У него барбекю, по-моему. Он очень уверенно ко мне летел. Блин, ты что, в подвал, что ли? Нет, вроде. Он у меня. Ну, точно барбекю. Думаешь? Он не сразу ко мне прилетел, он прям... Уже уехал всю карту. А тогда чё, он прям вот, ну, ко мне прям летел с чувством. Ты боишься? Палеточки? Ай-яй, серьезно? Ой, у нее этот... У Сейбл этот, как его? Это было неприятно. Ободрение. Да. Ты не сломал мой? Да, я просто барбекю прям прилетел к тебе. Не сломал мой ген, серьезно? Блин, он нашел. Да, вышел на Элоди. Бежит я к тебе. Могу справить. Да, Сейбл у меня. Просто, да, логично, чтобы она бежала со своим ободрением. Так, они мейн бегают. Она даже не поставила ободрение. Но она... А, его вычислили? Хорошо подарила. Возможно, ценой собственной жизни, но она хорошо подарила тут буст к починке, конечно. А, знаешь, почему вычитала себе? Я поняла. Я поняла, не говори. Ой-ой, ой-ой, да. Все плохо.
Ах ты ж. Благословить-то ты. А, уход в... Что такое? Я забыла, что у меня есть тотем, прикинь. А хотел его выселить. Хорошо, и ладно. Что тебе помешало? Даже не знаю. Я в общем поняла. Даже если тотем бесполезный, его надо ставить. Да, почему? Ну, в каких-то ситуациях, возможно, чисто теоретически, да, он поможет. Да, он поможет. Чем-то. Займет его время, что на поломку там вот это все. Да блин, почему он у тебя-то? О, оглушил, прикинь, в пиле. Привет. Да нет у него степени. Ай-яй-яй, у него этот перегрев. Где вы чинили? А, надо чинивать. Где мы чинили? Ну ДБД, я же... Я ДБД взял, притянул, просто... Полетки. Ах, вот просто не хотел. Ой, закончилось игре. Ты с тотемом? Нет. Я рядом, конечно, но не в действии. Пойду в действие с тотемом, что ли. Зачем-то. А-а-а! Я спалю тотем. Не благодарите. Тушит? Нет. Ай-яй, меня да. И тотем тоже. Нет, он не пошел к этой ноге, хотя он самый дальний. Давай, давай, дурачок. Я что, опять? Да, это будет долго, он возвращается. Да, блядь! Дурацкая кнопка Е! Благословил тем, что ли? Ага. А, что за мной так? Ебать, она дикая, просто пришла. Простите за мой французский. Просто пришла раненая на место событий. А где он? Ой. Не пошли начать. А, мимента, так и не надо. Как мимента? Ема! Шкаф был красивый. Шкаф был красивый.
Ай-яй-яй-яй-яй. И куда он ее понес? Снимай! Русский чел. Okay. Снимай! Какой сундук, блядь? Блядь. Ой, нахер сундук, блядь, когда тут висит человек. Ой, а снимает. Ой, блядь! Прикольно, да? А, сука! Ну какого ж хуя, блядь? Чё ты в воротах стоишь? Уйди тогда нахер! Что за киберкотлеты, я не понимаю. Вот оно тебе надо, блядь! Ну и тварь, смотри. Говна кусок. Стоят, блядь, в воротах по полдня, нет, чтобы уйти, блин. Явление мрака, темная преданность, притеснение. Интересно. Ты по явлению, что ли, видел как-то странно? А, на одного. На одного момента. Но я не удивлен, почему на меня.